Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Забираем всех наших ребят с тренировки. Авось у нас кто-нибудь прокачался. Ой, что я сейчас сделал? Ёлки-палки! Да, ребят, я думал, что у меня все выучились. Но хорошо, что там всего лишь 3 гема потратил. Фух, а прикинь, 15 бы зашибись было бы тогда, да? Так, смотрите, у нас пробирочка готова. Возьмем? Давай возьмем. Так, ну это будем мы позже с вами применять. Так, ну что же, давайте посмотрим ежедневное испытание. Так, у нас здесь, слушай, ну довольно неплохая команда. И кого нам дадут для доступа? Дают, в принципе, ребят любых. Ну, я думаю, что есть смысл здесь побороться. Так, давай-ка, наверное, мы сделаем Джаггернаута и... А, нам здесь не дают босса. Понятно. Будем, значит, здесь своими силами справляться. Значит, лучница, бандит. Слушай, ну команда довольно такая серьезная, если честно. Я даже сомневаюсь маленько, что сможем ли мы здесь с вами справиться. Вот такой командой, которая у меня есть. И вся надежда на мою базу, но у меня здесь разбойник нервирует. 78 уровня, у него фулл звезды. Сейчас будет полный расколбас. И, конечно же, вся надежда у меня идет на баллисту. Как бы это ни звучало странно, но баллиста здесь должна... вот он бежит, этот охламон. Естественно, ребята, я его буду сейчас ловить. Я его буду ловить, наверное, джиггернаутом, скорее всего. Вот так вот. Хотя, ребят, что я боюсь, у нас же здесь не влияет нисколько урон от базы. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Да чтоб тебе, сейчас, наверное, ребята, он... Да. Он подрезал мне все-таки... баллисту. Ладно, мы, ребята, не сдаемся. Не будем сдаваться. Ай, Ронин, как всегда, еле-еле идет, ребят. Еле-еле. Зачем я вызвал баллисту, кто мне скажет? Хотя, в принципе, нормуль. Отлично, лучика шибанули. Так, у нас, ребята, мало времени. Очень мало. Ронин, как всегда, идет не спеша у нас. И вот это меня раздражает. И самое главное, что, ребята, здесь нужно контролировать постоянно этого разбойника. Его постоянно нужно контрить. Слушай, а если я вот так еще сделаю, а? Так, минусанули, отлично. Слушай, ну довольно тяжелый будет у нас тут бой. Я думаю, что вы со мной в этом солидарны. Ну, сноси! А-а-а! Есть, убрали мы ее отсюда, хламонку эту, нечего ей тут... разгуливаться. Разбойник побежал, да? Ну и как всегда, конечно же, бомбит мою баллисту. Но, тем не менее, ребята, 22 карточки бойца-воина, мага-воина мы с вами зарабатываем. Хе-хе! Выкрали, так сказать. Ну что, я думаю, наверное, нам надо еще сделать одну заходочку. Очень классно было. Напряженно и в то же время прикольно. Так, Ронин, блин, вот я на Ронина, ребята, ставлю все ставки, а он, видите, меня подводит. Он меня подводит чем? Тем, что он выходит с раскачкой. Он не бежит в истерике, понимаете? Мне нужно, чтобы он как можно быстрее атаковал, а он еле-еле там ноги волочит. И это минус, потому что в истерике у него вот этот вот удар колоссальный. Он просто может там, ну, если не убить противника, то довольно хорошо его покоцать. Так, ты куда бежишь, а, разбойничек? Куда ты вот разогнался? Эть! А, нет, все, попался, попался. Я думал, промахнулись мы. Нет, этот хлопчик попался. Так, выходит у нас паладин, естественно, мы его сейчас тут нашкидруем. Давай-давай-давай-давай-давай, успеваем, мы должны успеть. На тогда тебе в ответку, на! На, получи. Так, баллиста, ты бы у меня как-то потише с этим делом, если честно. Честно говоря, надо быть очень-очень аккуратным. Блин! Ай, смотри, что, разбойник. Ну, естественно, вот так всегда. Он, в принципе, для этого и предназначен, ребят, если честно, чтобы бомбить вот таких вот сзади атакующей цели. Типа лучников, магов. Да, для этого разбойничек и сделан тут. Ну, минусанули хлопчика. Так, ладно, двигаемся дальше. У нас просто мало времени, ребят, дается 2 минутки на все про все, чтобы мы могли здесь с вами разбомбить вот эту вот базу. Ну, как видите, тут еще и паладин нам мешается. И сейчас еще разбойничек наверняка выпрыгнет. Как всегда, в самый-самый подходящий момент. Поэтому джиггернаут нам здесь поможет, должен помочь.
О, хорошо, кстати, мы с вами идем. Чик, только появился, сразу мы его снесли. И хана базе. Да. Вторая, ребята, удачная у нас попытка. Продолжаем разговор. Отлично. Так, 12 карточек. И пойдемте с вами отправляемся сразу за еще 7 карточками на нашего мага-воина. Берем опять же эту базу. Опять же берем Ронина. Возьмем мага-воина и Джаггернаута. Плюс ко всему баллисту. Хотя можно баллисту, наверное, заменить кем-то. Но... ну, я, ребят, не знаю. Можно на ниндзю заменить, но мне кажется, все-таки баллиста вот в данном случае выигрывает перед ниндзей тем, что ниндзя атакует всего одну цель, а баллиста может атаковать 3 цели, потому что она выпускает 3 стрелы. Поэтому вы сами поняли. И причем, баллиста, не забывайте, если у нее прокатит суперудар, она может остановить, застанить врага, который ничего не сможет сделать. Будет стоять, как дурачок, там, сколько-то, там, 3-2 секунды. Ну, а сами знаете, в этой игре каждая секунда дорога. И очень может хорошо сделать перелом, так говорится. Так, ну что, давай, паладины, чем мы сейчас будем с вами колбасить. Также я вызову Джаггернаута. А вот то, что лучница, это плохо. Будем вот так делать. Естественно, ребята, он тоже мне в ответку бомбанул. Естественно, как же без этого. Во-во-во-во, Ронин, молодец, давай. Упс. Вот видите, ребята, ну, отражение, конечно, это зло. Но урон, который наносит у нас этот Ронин в истерике, просто колоссален. И с этим нельзя поспорить. Опять, опять, смотри, что делает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, баллисту мы потеряли. Потому что рядом с баллистой никогда и никто стоять не может. Потому что он всегда стоит сзади. Он именно прикрывает наши войска. Вот в чем весь, ребята, синус. Так, ну смотрите, а нет, тут нормуль. Чук! Просто мы его смели, вышел, как говорится, да, здесь, на Ронина. Булки свои крошить начал. Ну что, ребятушки, мы прошли с вами испытание. Все 3 фазы, все карточки мы с вами заработали. Охотник за сокровищами, еще к тому же и квест выполнили. То есть вообще шик и блеск. Так, теперь нам нужно что? Посмотреть. Вот, забираем тут гемы. Ну, 5 штучек, отлично. Ребята, 6 гемов нам не хватает для того, чтобы мы получили с вами эпический сундук. И я уже на 7 месте, был на 1-м. Фига они меня быстро, ребята, скинули оттуда. Очень быстро они меня скидывают, я вам скажу. Ну ладно, пойдемте мы с вами на сюжеточку. У нас осталась одна лишь карта. Это роботы. И здесь у нас... ага, я вспомнил. Мы здесь с вами не прошли в тот раз. Потому что у нас был отряд неподготовленный. И я думаю, теперь все будет совсем по-другому. Ронин, как всегда, на высоте должен сносить этого молотильщика. Я надеюсь, что так получится у нас все. Но он почему-то... ай, блин! Фу, вот, вот, ну. Шух! Вот о чем я вам говорил. Ронин делает дела по красоте. Ну, а когда у нас тут маг-воин, так это вообще супер-пупер-друпер. Ну, куда ты вот лезешь? Куда ты лезешь, а? Вечно он куда-то лезет, да, этот молотильщик? Ведь знает же, что его здесь порвут. Нет, он все равно лезет. Маленький паскудыш. Так, слушайте, я, наверное, сейчас вызову ниндзю и на худой конец призову... а стоит ли ведьму вызывать, а? Опс, 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 заморозка. Блин, что-то как-то не задалось, по-моему, ребятуль. Ты посмотри, что происходит. Ядрить, да вы достали уже, серьезно? Уже серьезно достали. Хорошо, у нас, ребята, вот сработало это ускорение. Офигеть. Так, если сейчас пойдет молотильщик, я его, ребята, притяну и вызову ведьму. Ну, давай так. Блин, придется вот так вот сделать. Хотел как лучше, а он мне не дает, понимаешь? Иди бей своих же гаденышей. Ну, ведьма, давай. Жух. Отлично, все, ребят, тут должны выиграть. Хотя времени очень мало осталось. Но мы выиграем здесь. Да что ты будешь делать-то? Одного за другим вызывает, просто достал уже. Нифига, ребята, он не дает мне просто-напросто ничего сделать. Во, мы начали уже бомбить базу. Давай вот так вот сделаем, чтобы никто нам не мешал. И есть, расколбасили к ядрени фени базу вражескую. Продолжить, конечно же, продолжить. И мы переходим на вторую, ребята, с вами фазу.
А здесь прибавляется у нас паука-бот, который притягивает, оттягивает, в общем, все дела. Как всегда, все по стандарту. Но... А, там еще молотильщик, ребят, да? Все-таки он остался. Ладно, я думаю, что Ронин нам здесь, как всегда, поможет выкрутиться из этой ситуации. Но почему-то никого не вызывает, странно. Вот он как. Ага, ага, ага. Ну ладно, давай мы так вот будем делать наши дела. Жух, отлично, по красоте. Слушай, а может быть я ведьму вызову, да и все, и конец нашим страданиям. Я, наверное, так и сделаю сейчас. Если мы сейчас успеваем с вами вызвать ведьму, то все, им хана всем абсолютно. Ведьма. Вот она и вышла, моя радость. Теперь вот так вот делаем. Молотильщик испугался, убежал, бедняга. Испугался, бедняжка. Ну, давайте порвем его. Вот она, ребят, моя бессмертная армия зомбарей. Правда, одной пилы достаточно для того, чтобы уничтожить все. Вау, демонтаж. Завершили с вами квест. Ведьме пофиг, что этот циркуляр там выпускает. У нее здоровье, извините меня, как и у дурачка фантиков, елки-палки. Абсолютно по барабану. Все, что они тут пытаются делать. Но если он, конечно, так будет молотильщик каждый раз выпускать вот эту свою ерунду, то нас надолго не хватит. Так, я не могу понять, что за фигня. Ну-ка, давай, 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 уничтожаем. Ронин, выбеги. Ускорение. Ну, вот и нету базы. Оп, оп, отлично. Слушай, опять же все по красоте, ребята. Третий этап, и у нас здесь джаггернаут. Всего лишь джаггернаут прибавляется. Изи катка будет, поверьте мне, потому что, ну, джаггернаут, что? Да, силен, но моя команда должна быть сильнее. Кстати, мне кажется, вот в этой связке у меня здесь лишним почему-то кажется щитобот. Вот как-то он не вписывается, ребят, ну вот серьезно, да? Если я не прав, вы меня поправьте, пожалуйста, в комментариях. Но, по-моему, так оно и есть. Он сюда как-то вот не особо вписывается. Так, слушай, хорош, успокойтесь, малышня. Начинает тут выеживаться мне. Слушай, ну он застал своим молотильщиком, а? Хорошо, что Ронин его просто с удара сносит. Вот это мне нравится в Ронине, что у него, конечно, вообще супер-пупер атака. И пора нам вызывать нашу ведьмочку. А, джаггернаут, естественно, показывает, на что он способен. Но мы его порвали. Я вызываю еще Ронина. Ронин, как всегда в своем репертуаре. Выходит еле-еле. Смотрите, у меня два Ронина сейчас развалят базу. Шик и блеск. Тут по-другому не назовешь это все. Так, ну что, ребята, предпоследняя у нас стадия. Давайте мы зайдем и посмотрим. Так, здесь у нас прибавляется всего лишь хилбот. Ну, из расчета того, что у него джаггернаута здесь нет, я не знаю, кого он будет хилять. Молотильщика, которого мы просто с удара будем сносить, или что? Или на что он рассчитывал? Или этого паука-бота? Ладно, будет... А, ну да, да, он может хилить вот этого вот щитоносца. Причем это будет очень даже неплохо. Потому что мы его, знаете, пробивать будем сейчас долго и упорно. А вот это вот хилячество, блин, да еще и вот это вот засранство, которое там идет. Это плоховато для нас. Но мы сделаем вот так вот, смотрите. Опс. И все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что тут творится-то, что творится? Так, ты достал уже тут выеживаться. На! Щитом получил промеж глаз. Опять, ребята, та же самая ситуация. Вы это прекрасно видите. Слушай, здесь знаешь, что нам надо будет сделать? Ведьму просто призвать и все. Им всем хана будет, сразу же вам говорю. Всем хана. И я как раз это сейчас сделаю. Ну, ведьма, поехали. Пора нам с тобой немножко тут разобраться с этими шалупенями. Я еще и Ронина в помощь вызову. А что вы думали-то? Минус один. Так, ниндзю призовем. О, все, ребят. Армия зомбарей пошла. Пошла делать свое черное грязное дело. Так, мага воина еще призвали. Смотрите, мы просто там крошим, рубим всех. Но все равно он не сдается. Смотри, у них какая плотная стена. У нас времени, ребята, минута на все про все. Понимаешь, на все про все минута. Вот так еще сделаем. Там армия зомбарей просто бессмертная. Там я не знаю, сколько их зомбиков у нас накопилось. Но базу мы сейчас расхерачим моментально. Есть.
Отлично, я нас поздравляю. И мы переходим с вами к последней фазе. Последний этап этого завода. И здесь у нас самый ненавистный, ну не самый, конечно, ненавистный, но, наверное, где-то на втором или на третьем месте стоит после ветродуя. Ух, еще и с хиллботами, да? Это усложняет мне мою работу, мою задачу. Так, будем брать вот этот отряд или как? Даже не знаю. Или вот этот будем испытывать. Блин, горелый. Этот термин Т-9000, он, ребята, расстреливает своими снарядами. И там не помогут ни летуны, никто. Там только либо его станет, либо через отражение уничтожать. Я не знаю, честно говоря, как его можно убить быстро и легко. Причем там он этих говнюков будет высылать, а он, как всегда, будет сзади. Угу. Ну ладно, попытаемся как можно быстрее вызвать ведьму. И как можно быстрее нафармить здесь, ребята, армию. Хотя у нас получается такая фигня, что как только я вызываю ведьму, он сразу же вызывает босса. Не знаю, совпадение это или еще что, но вот так вот получается. Воу-воу-воу, Ронин, смотри, что делает. Хоба! Давай-ка мы этих хилботов вот сюда подтянем. Они там достали уже втихушку хилить. Минус. Минус. Давай-давай-давай, Ронин, уничтожай. Так, понятно. Сделал все-таки гад свое черное дело. Выпустил свою срань. Ну-ка, давай так вот сделаем. Нам нужно армию. А, вышел он, ребята. Термин, блин. Ты посмотри, под джаггернаутом стоит. И как вот нам быть? Так, ладно, предположим. Смотри, что происходит. Да, ёбарса, он специально этого джиггернаута поставил там, да? Чтобы я не смог этого... Оу, сзади хилбота, смотрите, хиляют. По-моему, сейчас ведьми хана, ребята, будет. Да давайте в это, хилботы не дают, ребята, мне нанести колоссальный урон. Они хиляют его, представляешь? Они просто его захиливают. Если вот так вот только как-то сделать. Воу-воу-воу, вот сейчас хороший был шанс, еще ураганчик. Есть, мы его подбили, ребятули, мы его подбили. Ух. Естественно, сейчас мы будем с вами. Блин, времени мало. Эх, времени мало. Не знаю, хватит или не хватит у нас. Так, через отражение все это понятно. Иди ты отсюда, не мешай, блин. Давай, 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 ребята, базу, базу, базу мне кромсайте, пожалуйста, бомбите базу. Yes! Вот так вот, вот так оно делается. Ух, я поздравляю нас. Мы с вами прошли очередной континент за роботом. И Ревард, ерунда на самом деле. Ну что же, нам остается только собрать плюшки, 14 карточек на жнеца, 13 на хилбота и 14 карточек на базу. Поехали, следующий портал нас с вами ждет. Так, и у нас здесь, значит, встречают. Вначале идут захватчики, потом нежить, потом роботы. Нефритовая долина, нежить опять и все. Ну что ж, давайте приступим к захватчикам. Давно мы, кстати, с ними не воевали. И для этих целей я возьму, наверное, вот этот отряд. Поехали. Надеюсь, у нас все получится. Все, как и должно быть. Так, у нас короткий промежуток времени, хотел сказать, короткий промежуток между базами, поэтому нам нужно как-то без раскачки. Без раскачки. Ну, кого он вызовет в первую очередь, а? Как вы думаете? Я понял. Тогда мы сделаем... А, я так и думал, что он именно вот так вот сделает, ребят. Обманул я его. Давай чумную мышь вызовем. А здесь она нам хорошо должна помочь. Так, еще одна, да, идет? Говнюха. Ну-ка его вот так вот. Прыгуна я специально вызвал. А он почему-то все равно, гад, похитил. Он мне все равно, гад, похитил этого джиггернаута. Ладно, фиг с ним. Слушай, или мы сейчас с вами вызываем деда? Сейчас посмотрим, как у нас будет лучше здесь. Так, похитил прыгуна. Все, ребята, дед вышел. Это говорит только об одном, что хана этой базе. Ну кто против деда тут устоит? Да никто. Давай, дедуля, я жду. Вот я еще фаербол тебе в помощь запиликал. Ну, и все, и нет базы. Как будто ее здесь и не было вовсе.
Ну, а мы переходим на второй этап. На второй этап, поехали. Тут прибавляется всего лишь навсего воблер. Какой-то несчастный крутилкин, который будет нам просто-напросто здесь мешаться под ногами. Но он, кстати, очень неплохо сбивает чумных мышей. Так что недооценивать его тоже не стоит. Но кого вызовешь? Жабу свою? Ага. Летай, летай себе тут на здоровье. Лузер, по-другому не назвать. Идет, идет охламон. Так, давай я вызову вначале голема. Пускай, если что, вас забирает голема. Так, у меня фаерболт готов, кстати. Вот что я вам хочу сказать. А ну-ка. Ать! Получил свое? Думал, так легко сейчас подлетит и свистнет. Нет, ничего не легко. И ничего ты не свистнешь больше у меня. Вау, 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 вау. Понеслась жара, ребята. Жара, просто жаровня. Я еще и деду, что-то у меня сегодня на деда везет. Смотрите, я его вызываю, вызываю спокойненько, без всяких... Ну, дед, да поздно уже махать своей дубиной, он уже улетел. Но, тем не менее, ребят, мы с вами проходим этот этапчик. Сейчас дедушка звезданет разочек, вот так вот. Оп, и все. И просто раскрошил тут все. Так, вторая фаза пройдена идеально. Двигаемся с вами далее. Третья. Кто тут у нас будет? Ага, слизень-морпех. Ну, вы знаете, ребята, слизень-морпех, он довольно неплохой юнит, но если ему дать такую возможность побомбить, если его сразу же прищучить и так далее и тому подобное, то он сынок. Просто получает звездюлей от моего прыгуна, и все будет в ажуре. Так, ну что, где там твой летун? Я жду его. Не хочешь, да, гад, выпускать мне? Ладно. Ага, вот сейчас пойдет прыгун у нас в бой. Ну, давай, слизня этого... Вот и все, ребят, вот об этом я... Правда, его похитили, ну да ладно. Главное, что... Вот так вот сделаем мы, отомстили за нашего прыгуна. Так, вот тут почему-то все время у меня джиггернаут под атакой попадает. Сейчас посмотрим, если этот вы... Вот, вот это плохо, ребят. Вот в данный момент это плохо, когда слизень начинает бомбить. Ну, естественно, джиггернаут тут у меня страдает, бедняга. Накажи его. Не получилось. Тогда мы накажем базу. Вот и все. Фаербол мой готов. Поехали. Тыдыч. И добивочный. Изи каточка. Нормуль. Вообще сегодня как-то легко игра идет. Так душевно, да, я вам скажу, ребят. У нас четвертое. Ой-ой-ой. А вот тут уже плохо. Только лишь из-за того, что прибавляется, ребят, по... Не понял. А, здесь у нас энергии нету. Прибавляется тут улитка. Ядрить ее на корень, она мне сейчас все будет карты путать. Я попробую вот этим отрядом. Вот этим отрядом, что у нас вообще может получиться. Улитку буду контрить, естественно, через рыцаря. И, в принципе, я правильно делаю. Но сразу не убивает, и это уже плюс для нас. Так, может быть, некро вызвать, а, ребят? Давай вызовем с вами некро, наверное, на всякий случай. Так, тут воблеры, фиг-гоблеры. Надо вызывать баллисту. Надо вызывать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не, давай, похищай колобка! Хе-хе-хе, дурила! Действительно, взял и похитил колобка. Оу, тихо! Фух, повезло нам. Колобки удачно работают, удачно у некро срабатывают колобки. Вот что я могу вам сказать. Не подставляйтесь, ну куда вы прете? Ну дурики вы деревянные, а! Зачем вы так делаете? Сейчас похитит. Колобка похищай, вот! Похищай колобка. Ради бога, мне не жалко, если честно. Вот чего-чего, колобков мне не жалко. Хоть забирай, хоть всех забирай. А вот это вот плохо, когда, ребят, паладин тут подставляется так. Но я вызвал друидку, так что сейчас все будет на мази. На мази, биг мази. Опять колобка похитил. Ой, дурила. Так, ну что, давайте разбомбим все-таки базу уже, в конце концов. Неплохо, согласитесь, тут работают некро. Отлично, я даже сказал, именно вот то, что нужно. И кто у нас тут босс? Ой-ой-ой, лорд пустоты. Слушай, ну вот я не знаю, сможем ли мы вот этой вот командой сразиться с лордом пустоты. Для меня это, конечно, сложновато, но я хочу попытаться, попробовать. Вдруг у нас получится. Я знаю прекрасно его суперудар, я знаю прекрасно, что он делает. Как он их всех в кучу соединяет и потом бахает. Но я все-таки рискнуть хочу. Так, мечник, ты готов? Потому что сейчас, чувствую, полетит эта улитка. Так, ага, ага!
Тихо, 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 тихо. Давай. Фу, нам повезло просто-напросто. Очень крупно повезло, что... Кто там? Жаба идет. Жаба с молотом. Ребят, суперудар пока, думаю, не стоит нам тратить. Блин, слизень идет. Вот теперь, по-моему, пора, ребят, потратить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Некро, некро, ты, наверное, не успеешь или успеешь? Даже не знаю, блин. Успели, успели мы с вами. Давайте быстренько вызывать. Дай манну сюда. Вот он. Ребят, лорд пустоты не заставил себя долго ждать. Черт бы тебя побрал. Что тут происходит? Ну, успеем, сможем. Давай попробуем. Вообще, мы его, ребята, супер ударом смели. Просто в хлам. Ой, красота-то какая. Ну что, давай, друидочка, пожалуйста, бомби там, выставляйте сферы там, что хочешь. Главное, чтобы моя команда была здесь супер-пупер крепкой, сильной, чтобы ее никто не мог победить. Блин, да смотри, что он делает, а. Ты посмотри, что он вытворяет здесь. Так, погнали. Давай, 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 колобки, колобки, помогайте, помогайте здесь мне. Мне сейчас все вот эти вот, причем стрелки, да, сзади стоят, они вообще офигенно бомбят. Под прикрытием друидки, у них скорость, по ходу дела, увеличена. И мы тут просто сейчас базу разнесем. Да! Хе-хе, порвали! Порвали мы этих захватчиков, к ядрене фене, и забираем у них наш сундук, вот именно. Слушай, ну неплохо, бородавщиков 10 штук нам дали. И лорда пустоты, и плюс 9750 голдишки. Так, переходим с вами на карту нежити. Здесь еще есть немножко энергии у нас. Так, тут еще не накопилось, и тут. Ну, я думаю, ребят, можно вот этим составом поиграть. Нет, погоди, этим не будем играть. Будем вот этим, скорее всего, с вами, да. Тут чумная мышь плюс голем. Ну что, с големом понятно все, да? Его надо... офигенно контрить, а вот с мышью летучей только лишь баллиста справится. И все. Это единственный юнит, который может их подбивать, к сожалению, для нас. И он его выпускает. Нет, может еще паладин, но я сомневаюсь, что паладин здесь, ребят, что-то, блин, вообще успевает у нас сделать. Так, баллиста, давай, 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 баллиста, ну. Так, вот, есть. Теперь нам нужно вызвать некро. Нам здесь некро бы помогла очень хорошо. Так, и запускаем вот такую штуку. Колобки, разбираемся, разбираемся с этим головастиком. Мечник еще помогает. Все, ребят. Ну, тут мы с вами должны победить. Так, баллиста. Я, кстати, еще одну вызову сейчас баллисту, чтобы, ну, было поэффективнее у нас все это дело и побыстрее шло. Ну, видишь, как все получается по красоте. Ну, ну просто супер-пупер. Ну, тут ничего не скажешь, ребят. Несмотря на то, что у них там какой-то 80 какой-то левел. Разорвал и даже не поморщился. И скорее всего мы с вами... Так, а мы можем же купить пробирочку, ведь так, на опыт. Дай-ка я засеку этот момент. Я хочу посмотреть, если она продается, я ее обязательно куплю. Тем более у меня позволяют на это деньги. Деньги 90 тысяч, кстати, тут квест у нас. Ребята, 2 гема не хватает. Слушай, мы можем повысить уровень роботов 3 раза. 3 раза уровень... роботов, да? Уровень роботов. Слушай, так это проще простого. Нам просто нужно найти робота. Давайте вот сюда мы с вами возьмем каких-нибудь роботов. Например, мы уберем отсюда пока вот пришельца и тигра. Роботы, где у нас? Так, молотильщик, это все понятно. Вот. Раз робот. Так, а кто еще у нас тут из роботов-то? Джиггернаут, это все понятно. Вот, робот. А ну-ка попробуем. Повысить уровень, да, там было написано? 3 раза. Раз, два, три. Есть, ребят, модификация закончена. Забираем. Ну что, ребятулечки, мы сейчас с вами будем открывать эпический сундук. Так, дайте-ка я вот этих только поменяю. Так, секунду, секунду, секунду. Офигеть, эпик, накопили, наконец-то. Просто не верится даже, где мой... Мой, кто у меня здесь стоял? У меня стоял здесь тигр. Это я точно помню. Так, подожди. Блин, все поперепутал. А вместо этого кто стоял? Вот с памятью-то моей совсем туго что-то стало.
Не помню, ребята, кто здесь стоял, но можем вот сюда поставить когтистого. Пускай будет когтистый и базу, какую я хотел. Какая там база у нас прокачивалась. А в принципе тут не имеет значения, они все фуфловенькие, поэтому... Давай вот эту сакру поставим. Ну что, ребят, готовы? Я готов. Идем в сокровище и открываем с вами эпик. Эпический сундук. Йоу-йоу-йоу-йоу, нифига, ребята, 149 карт на базу, 124 бородавочника, жаба с пушкой и 133 базы, и также на пилон 62 карточки. И еще 78 на паладина, то есть обязательно сейчас у нас кто-то прапался. Ага, следующий сундук будет стоить 600 уже. Так, смотрим нашу армию, ребята. Повышается только лишь, ага, вот эта вот база. Башня Рощи, это истинная башня нашей друидки. Отлично. А что он дает? Огненный стук. Огненный шар также отбрасывает врага. Огненный шар какой-то. Ребят, бандит скоро готов прапаться. Ой, друидка скоро получит 4-ю звезду. Паладин уже близок к фулочке у нас. То есть вообще великолепно, ребят. Отлично, это стоило того, чтобы сделать так. Поверьте мне, эпик есть эпик. Очень много нам дали карт. Ну а мы с вами продолжаем, конечно же. Тихо, тут можно проапаться маленечко. Мы с вами продолжаем бой. Так, подожди, некро. Вот так вот. Фух. У нас с вами какой-то вот второй этап привидения. Кстати, да, один из подписчиков правильно заметил, он даже время дал, где призрак вылетал, и призрака действительно кто-то уничтожил. Но вот кто, это на самом деле загадка. Непонятно, но факт в том, что его можно убить, это точно. Так, ладно, поехали, наверное, мы с вами вот этим же отрядом попробуем. Может быть, у нас все-таки здесь еще получится. Но привидение, сами понимаете, оно такое пакостное, так что не знаю, как у меня здесь будет долго жить баллиста при вот таких вот раскладах. А другого варианта все равно нету. Сейчас, конечно, он будет выпускать и чумную мышь, и так далее, и тому подобное, но... У нас все равно нету особо большого выбора, ребят. Так, если мы сейчас, конечно же, еще поможем немножечко некро. И плюс у нас еще есть, ребята, суперудар. Ой, будет вообще великолепно. Я только хочу дождаться, когда он вызовет чумную мышь летучую, естественно. Вот она и вышла, пакость эта. Начинаем. Так, идем. Надо, по-моему, вызывать нам друидку, чтобы она хиляла, по крайней мере, моих юнитов. Ай-я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 й. Вот тебе и не задача. Вот тебе и не задача. Так, друидка, давай, ставь там свои тотемы отвлекающие, а я попробую вот так вот бомбануть. Козырно. Друидка, ты главное хиль. Ты хиль. Блин, она не хочет, ребята, хилить. А нет, хилит, хилит потихоньку. Смотрите, ребята, восстанавливает здоровье. Молодец, друидушка. Ты просто красавица. Ой, все, сейчас, по-моему, базе будет хана. Ну? Ну где там наше супер-пупер ускорение-то? Я не вижу. Погнали, вот так тогда сделаем. Тыдыц, расстрел, есть. Нет, на самом деле друидка очень крутая. Она хоть и не может бить, атаковать, но зато она очень помогает хорошо нашим юнитам. Так, здесь у нас тьмы, как вот там, служитель тьмы, чумная мышь, и это, короче, все как всегда. Поехали. Все как всегда, и мы как всегда должны это все порвать, разорвать, смять и выкинуть на помойку. Но служитель тьмы, он силен. Тем более, если он будет идти сзади голема. Вы знаете, да, что это будет такое? Он будет его постоянно хилять. И вот сейчас, смотрите, вот будет вызывать стопудово именно служителя тьмы. Нет? А должен был бы. Как-то немножко даже странно это. Хм, серьезно говорю вам, странно это все. Ой-ой-ой-ой-ой, оглушили мы этого парнишку. Тут чумной мыши, по-моему, я не видел, да? Я ее не видел, этой чумной мыши. Так что, ребята, давайте, наверное, мы с вами вот так вот быстренько сделаем. Оп! А что, на служителя тьмы не хватило у нас? Блин, есть! Есть она, эта вонючка. Здесь нет привидения, вот чего нету. А мышь чумная тут как раз-то и есть.
Была. Но, друидушка, пора нам с тобой выйти и выступить против этих исчадий ада. Служитель тьмы, пошел-ка ты отсюда, а? Ватный. Сейчас упадет, ребят. Да чтоб тебя, ну попробуем так сделать. Хоп, хоп. Вы, кстати, заметили, что он не применяет свои способности от базы. По идее, он должен там прям притягивание делать. Но он этого не делает абсолютно. Поэтому пеняй на себя. А так бы, если он сделал бы мои баллисты, я больше чем уверен, бы уже тут отдуплились бы давным-давно. Ускорение еще, ой, как кстати. Просто погромище. Так, ну что, дорогие мои друзья, по-моему... А, предпоследняя, я думал последняя. Нет, предпоследняя. Так что давайте... Блин, а тут привидение проявляется. И некро еще. А вот это ты хитер, жук. Это ты... Ах ты, ядрить тебя на корень. Слушай, а что тогда нам остается? Вот этим отрядом, я не знаю. Я, честно говоря, сомневаюсь, что вот именно этот отряд у меня здесь зайдет. У меня летающий, из летающих только чумная мышь. Ну, так же, как и у него, в принципе. Плюс этот вонючий... призрак, который будет летать и мешать нам. Плюс у него некро. Об этом тоже не стоит забывать. Хм. Он ее вызвал. Блин, зараза, ты посмотри, а. Так, мы начнем, наверное, с вами. Я даже не знаю, с кого. Ох ты, ты еще и так сделал. Может быть... О, деда, ребята, вызовем. Мы с вами вызовем деда. Сейчас он тут, конечно же, натворит делов. Вот таких вот. Потом мы делаем вот так. О, если дед вышел на ранней стадии, это звездец, по-моему, ребят. Хотя колобки могут его неплохо покусать. Но здесь есть ураганчик, который нам помогает. Понимаешь, к чему я? Ураганчик, который нам помогает. И кто тут теперь что сделает? Вряд ли кто-то что-то вообще даже пикнет. Да. Смешнее прохождение я не видел. Просто вызвал деда и раскромсал всех. Ладушки, ребята, последняя фаза у нас здесь. И последняя энергия — дед против деда. Остальное, поехали. Мне хочется посмотреть на это. Может быть, я успею так же, как и здесь, сейчас вызвать дедулю. И тот пойдет в погромище, в моментальное. Хотелось бы посмотреть. У нас, кстати, чем-то похожие отряды с врагом. Я имею в виду по сборке. Смотрите, я уже 500 накапливаю, блин. Хотя тогда так же было. И я все-таки успел вызвать деда. И я успел, а тут, блин, рискованно, ребята, рискованно. Так, 300. И... Давай, дед, все, пошел, 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 дедуля, пошел. Так, достало мне это все. Ага, поехали. Чумная мышь, там некро у нас идет, да? Против некро, естественно, лучше всего прыгунчик. Он делает вот так вот. Нет, бабулечка. Тут твои номера не пройдут. Еще, ребята, чумную мышь одну вызову. Так, Джиггернаут там пытается что-то, но ничего у него не получается, к сожалению. А ну-ка, пошли отсюда. Дед, дед, ты, главное, меня не подведи. Колбасим. Ага, хиляет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть, забомбашили мы его. Забомбашили. Ух, а это говорит о чем? О том, что мы круче. Давай, 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 чумная мышь. Ну, подбомби вражескую чумную мышь. А-а-а, не получается. Да что, куда вы плюетесь-то? Не... Все, короче, делаем так. Ты-бич. Ух. Слушай, по-моему, мы здесь выиграем. Ничего ему уже здесь не поможет. Так, 47 секунд. Ну, пинаем, пинаем, пинаем. Ребята, пинаем базу. Заплевываем все, что хотите, делайте. И... Ту-ду-ду-ду-ду-дунс. Да, ребята. Мы справились. Справились, как бы это странно ни звучало и не смотрелось. Но мы справились и с дедом, и с чумными мышами. И Ревард довольно неплохой нам достался. Да, и мы переходим с вами на фабрику роботов. Но играть, я думаю, что будем мы, ребята, уже с вами в следующей серии. Даже несмотря на то, что у нас здесь есть энергия. Так что, дорогие мои друзья, надеюсь, вам понравилось. И всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем новом видосике. Удачи вам!